Всем привет, с вами канал Байки о Байках. И сегодня мы находимся на выставке Велопарк, которая проходит в Москве с 25 по 27 марта. Ну что ж, давайте пройдемся и посмотрим, что нас ожидает. Rush-Au. Российский бренд из города Новосибирск. Собираете у себя в Китае? В Китае. Полный цикл сборки. Здесь вы везете Китая. Коробки? Да. Линейки какие у вас представлены? МТБ. И вот первый год у нас гравел начали делать. 21-й. Да, вижу трансмиссия Shimano. Только Shimano, либо что-то еще? Только Shimano. Либо SRAM. Либо SRAM, да? Да, но точно не ниже. А по ценнику можете сориентировать? А конкретику? Если МТБ... МТБ начинается от и до? От 14 тысяч модели. Мы ее здесь увидим? Да. Промподшипники во втулках, каретка на промах, задний-передний переключатель Shimano, то есть никаких китайских LV и так далее. И тому подобное. Ну, ручки микрошип, да? Микрошип, да, монетки. И рама стальная? Да, здесь рама стальная. Серия RX, это у нас всегда стальная рама. И это вы отдаете за 14 тысяч? Да. Это розница? Это розница. А если что-то покруче? Алюминиевая рама? Алюминиевая рама. Следующая серия у нас идет XS. Это всегда алюминиевая рама. Также промподшипники во втулках колесных, каретки. То есть, я так понимаю, у вас все велосипеды на промподшипниках или нет? Да, все велосипеды, ну, кроме детских. Ну, понятно. Да, там детские. Вот. Далее, двойные обода, покрышки. И он у нас стоит 20 тысяч, 19 940. Ну, в принципе, приемлемая цена. И... Спасибо. Тормоза механика, да? Да, да, дисковая механика. В этой серии есть также гидравлика, чуть старше модель 930, она стоит 21 тысячу, ну, я ее цену не знаю. Вполне приемлемая цена, на мой взгляд. Ну и старшая серия среди МТБ, это LX и LS. Вот LX модель, она уже у нас на SRAM SX, 1.12, тормоза Shimano уже стоят, покрышки. CST. Ну, здесь бюджет уже будет, наверное, за полтинничек, да? Да. И самая старшая линейка – это вот три модели LS. То есть тут уже и вилки RockShox стоят воздушные, либо Santur, но уже воздушные. На младшей модели у нас идет SLX 1.11. Вот. На более старшей SRAM 1.12. Понятно. Вы в Москве как-то представлены? Есть точки? Или да, только... да, есть торговый центр Капитолия на севере города. Это там ваша точка? Здесь, да, да, Rich Family. И там представлены модели. Найти вас в интернете как можно? Rich Family. Это если, да, купить магазин Rich Family, это сеть гипермаркетов по всей России. Rich Family. Это мы говорим для человека, который... хочет купить в розницу. Ваш велосипед. Да. Также можно на Озоне приобрести, либо Wildberries. Ну, то есть вы представлены онлайн на площадке? Да, да, онлайн, да, представлены. Запчасти, которые у вас представлены? Тоже от нас, да. Мы ко всем своим велосипедам все запчасти всегда привозим, чтобы у покупателя вопросов никогда не возникало об обслуживании. С ремонтом? Да, да. Кстати, сколько лет марке, бренду? 9 лет. 9 лет уже? А как прошлый год прошел, вот этот коронавирусный? Вообще у нас замечательно. То есть все улетело на ура, а в этом году срывы поставки? У нас нет. То есть все нормально? У нас все есть. Все четко. Уже все в продаже. Да. Слушай, огромное вам спасибо и успехов. Камерон, я правильно произношу? Камерон, да, Камерон Спорт. Сами находимся в Челябинске, головной склад в Челябинске. Ну, скоро представительство в Москве будет у нас открыто. Работаем по всей России, почти по всей России бесплатная доставка, ну не почти, по Уралу, по Волжье, часть Сибири. Вот. Делаем максимально низкие цены для наших потребителей, то есть вот, например, FET 13 тысяч рублей. В принципе, по России сейчас таких цен вы нигде не найдете на алюминиевый FET-байк. А оборудование на нем? Оборудование Shimano. Shimano. Полностью. Тут Tourney, там Acer. Это, да, такая лояльная цена. Да, то есть есть жесткая вилка с прямой, есть кривой вилкой, есть с амортизационной.
То есть разные комплектации есть. То есть конкурентов по цене, в принципе, в России сейчас обгоняете. Да. Да. Ну, я вижу вот детские велосипеды, да, подростковые и фэтбайки. Горные. 27-е и 29-е колеса также есть, алюминиевые. Оборудование Shimano на 27-х. Shimano Tourney. 8-скоростные, 3 на 8. Механические тормоза, ну, простенькие. Вилки рабочие, то есть с блокировкой. Все, в принципе, такое, ну, простенькое, но, тем не менее, рабочее. Прайс, видите сами. Также 29-е, 29-е на гидравлике. Монетки L2, переключатель Altus на 9 скоростей. Ну, с кассетой уже, естественно. Там трещотка. L2 с Altus дружит? Ну, конечно. Вилка с оносной блокировкой. Ну, ценник тоже, в общем-то, вполне лояльный. Да, также мы делаем еще скидку при крупном опте. Сборка Китай. Сборка Китай. То есть сами не собираете? Нет, мы импортируем. Понятно. А запчастями? Запчастями. По запчастям, то есть сейчас в России довольно-таки напряженно с запчастями. Мы привезли контейнер в начале, вот в середине зимы. У нас он ушел за 4 дня. И он кончился. Кончился. Сейчас везем еще. Ну, скоро будет наличие. Как вас найти в интернете? Найти в интернете во всех соцсетях. Cameron Sport. У нас мы развиваем велосообщество, проводим также спортивные мероприятия, соревнования. То есть сейчас вот зимой проводили мероприятия на интерактивных станках. У нас 4 станка интерактивных полностью комплекта. Проводим мероприятия, то есть спортивные в помещениях сейчас. Ух ты, а вкратце, в двух словах хотя бы, расскажите, что это такое? Существуют станки с мощиметром, то есть ваттметром, как это называется. Они измеряют усилие, которое передается, то есть человеком педалями на станок. То есть он устанавливается вместо заднего колеса и выводится на экран, данные вводит. То есть переносит велосипедиста в искусственную среду, где он может соревноваться с другими велосипедистами. Они у нас в продаже 52 тысячи рублей. Мы больше 5 лет уже занимаемся спортивным пролитом. Всех спрашиваю вас тоже, как прошел прошлый год? Прошлый год? Да неплохо. На самом деле люди поняли, что не обязательно ехать за границу за впечатлениями, за туризмом. Можно ездить и в своем городе, в парке кататься. Продажи у нас особо не упали. Люди покупали, катались, радовались. Как оцениваете этот год? Боя с поставками нет, спрос увеличился в этом году, на самом деле. Да. По поставкам у нас никогда не было проблем. По наличию вопросов нет. Только по запчастям сейчас небольшой коллапс. Ну что ж, огромное вам спасибо. Удачи и успехов в вашем бизнесе. Спасибо большое, до свидания. Компания «Квадроавто». Мы занимаемся техникой, электротехникой. Ninebot самокатами, у нас представлены скутеры Xiaomi, и также мы занимаем передовые позиции по технике DJI квадрокоптеры. Мы занимаемся оптовыми продажами, то есть занимаемся продажами по всей России, по регионам. Квадрокоптеры мы, у нас представлены от самых элементарных для развлечений до профессиональных в использовании там геопозиции, определения, обработки полей и так далее и тому подобное. Плюс, учитывая тенденции, сегодня у нас представлено большое количество самокатов. Ninebot техника, это всем известный Segway. Электросамокаты популярны как у курьеров, так и в принципе техника довольно надежная, используется именно в шеринге, в прокате. То есть у нас есть пакетное решение именно для шеринга. Поэтому. Как вас найти в интернете? У нас есть официальный сайт quadroauto.ru, плюс есть телеграм-канал, в котором мы активно транслируем новости. Также мы есть в инстаграме представлены, также по названию «Квадроавто». То есть везде, во всех возможных соцсетях. И давайте, ценовая политика. На кого вы все-таки рассчитаны? Мы больше рассчитаны на оптовые продажи, и ценовая политика у нас очень гибкая. То есть от бюджетных моделей до премиум-сегмента. То есть мы очень широкая линейка, от самого эконом-класса, который, ну, на маленький бюджет, до реально премиум-сегмента. Они уже себя Segway зарекомендовали, это всем известная в мире марка, и аккумуляторы установлены очень качественные. То есть у нас здесь представлен даже самокат, который ему уже 2.5 года, на нем ездили как там сотрудники, так и курьеры доставки, и он в нормальном состоянии, он отлично держит заряд, и аккумулятором вопросов нет. Как прошел прошлый год? Вы знаете, было нормально, потому что мы представлены в сегменте, который развивается несмотря ни на что. И даже когда в условиях там ограничений каких-то, люди хотят отдыхать где-то вдали от людей, потому что только там можно это сделать. И поэтому мы стараемся эту возможность дать, продаем как раз эту технику. Поэтому все прошло хорошо. Дальше мы только рост и развитие. Масштабируемся, увеличиваемся, все больше нового предлагаем и стараемся радовать людей.
Что ж, огромное вам спасибо и удачи. Спасибо вам. До свидания. easytobike.ru, да? Да, easytobike.ru. Мы в основном занимаемся B2B продажами. Наш можно в Санкт-Петербурге купить в King Bike магазин, в Москве купить в магазине Sport Resort большую часть ассортимента. Будет попозже красивый розничный магазин, интернет только магазин. Вживую у нас не только склад есть в Москве. ЭГДС – это оплетки, тормоза, трассы, ролики переключения. Ну, все для обслуживания вашего велосипеда, по сути. Смув, смазка парафиновая, сделана в UR. Долго ходит, сам на ней езжу, километров 300 без смазывания по хорошим условиям, она точно держит. Мы продаем колодки и диски свисток, они используются в основном везде профессионалами, потому что они очень дорогие. И продаем цепи. Цепи облеченные, облеченные, сделаны на Тайване, только мы единственные дистрибьюторы этих цепей. Мы прям страдаем за подделок, на самом деле. Ну, всегда, и... наверное, хорошее все подделывают. Спасибо. Также интересная камера, весит целых, вот это тяжелая. 82 грамма. 82 грамма, но есть облегченная, которая весит 45 грамм. И она по размеру... Чего же она сделана? Она сделана из термопласта и эластомера. Ну, то есть это уже не резина, это какая-то химия? Это не химия. Резина, это не бутил, это какая-то действительно химия. Делана она в Австрии, мы прям привозим из Австрии. Как прошел прошлый год? Слушай, хорошо, неплохо прошел. Мы растем каждый год стабильно, потому что мы молодая компания, и мы слушаем своих клиентов, что им надо. И мы не занимаемся самым дешевым продуктом. Мы занимаемся продуктом, который немножко дешевле, чем топовые бренды, которые все знают, но стараемся держать лучшее качество, даже для масс-маркета. Какие планы на этот год? Мы хотим посмотреть еще какие-то бренды интересные, которые, может быть, не завозят в Россию, но мы бы хотели их завести. А также новых клиентов, конечно же. Ну что ж, успехов вам. Спасибо большое. Всех благ. Юниор. Правильно? Униор. 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 Универсальное орудие. Славянский бренд. 100 лет уже на рынке, с 1919 года он. Основное направление – это профессиональный промышленный слесарно-монтажный инструмент. Это гаечные ключи, шарнирно-гупсовый инструмент. В разрезе велосипедного спортивного инвентаря, не инвентаря даже, инструмента, 15 лет на рынке. Стартанули не так давно. Вот. Все производство сосредоточено в Словении, город Зречи. Там как раз находится наш завод по обработке металла. И в городе Шторе наш завод сталелитейный Штори Стил. То есть вы, я так понимаю, ну, судя по ассортименту, захватываете все, что надо для ремонта велосипеда, да? Для профессионального ремонта велосипеда. Я бы сказал, на 99% можно обеспечиться нашим инструментом, чтобы провести ремонтные работы или необходимое ТО для велосипеда. На кого вы нацелены? Наш целевой клиент, наша целевая аудитория – это все-таки профессионалы, профессиональные сервисы, либо команды. Вот. На любителей мы не нацелены, для них немножко это избыточное, как бы, качество будет избыточным. А вот для профессионалов, для каждодневного использования, для ежедневных нагрузок – это самое то. То есть вы гарантируете, что вот этот инструмент прослужит долго? Весь наш инструмент имеет пожизненную гарантию от заводского брака. При условии правильного его использования, рекомендованного, то есть без надевания удлинителей, труб дополнительных и биения молотком по ключу, да, он будет служить долго и качественно. Как прошлый год? Прошлый год дал возможность поработать над ошибками, скажем так. Но, честно скажу, непонятно прошел прошлый год. Год мы закрыли по плану продаж, но и план был невысокий. У нас есть российский сайт, это unior.ru. У нас есть европейский сайт uniortools.com. И, собственно, можно обратиться к нам по звонку в офис в России, в Санкт-Петербурге. Ну что ж, успехов вам! Спасибо вам! Компания Arvis Market – один из древнейших, наверное, если можно так сказать, компаний, которые работают на рынке велосипедов. Мы с 98 года на рынке. В принципе, все выставки, начиная с Минца, который был в начале нулевых, до текущего велопарка, мы посещали, выставлялись и собираемся выставляться дальше. Основной профиль компании – это велосипедные аксессуары и запчасти. Вот. Наш главный бренд – это велопокрышки, велорезина. Компании Kenda, которую мы дистрибьютируем в России уже много-много лет. Вот, это
самый, один из самых, так скажем, доступных и при этом качественных вариантов для любого вида велосипедного, там, будь то спорт, будь то увлечение, хобби и прочее, прочее. Широкий ассортимент, низкие цены и очень хорошее качество. Вот. Также из тех брендов, которые мы представляем в России, это прежде всего Sele Royale седла, Simpla – это польские крылья. Вот, в этом году и в прошлом году это новый бренд по велоэлектрике Brevigo. Также мы дистрибьюторы немецкого каталога Messenschlager. Это широкий ассортимент велозапчастей и аксессуаров. Да, они под несколькими брендами их выпускают, в том числе МВФ. Это и... дорогие сегменты? Это мы ориентированы на бюджетный сегмент, да, то есть наш покупатель — это человек, который просто катается в удовольствие, прежде всего. Бюджетно, но качество. Да, да, стараемся, чтобы, естественно, качество было высокое, цена была низкая и были все довольны. То есть можно было бы залезть на елку и не ободрать себе ничего. Запчасти такие вот, как вот представлены здесь на стенде, если вы видите, это провел системы, вот, Юлин втулочки, кассеты. Есть очень неплохой у нас ассортимент по инструменту. Это байк-хенд, это кенли. Как прошел прошлый год со всеми ограничениями? Ну, несмотря на все ограничения, прошлый год получился одним из самых успешных по продажам. Вот, вот эти вот после массовые, апрельского запрета. Да, да, после апрельского запрета, видимо, какой-то у людей случился щелк, да, и по-другому не назовешь, и начали скупать все подряд, в том числе велосипедные запчасти, аксессуары, и продажи, в принципе, были очень хорошими. Вот, что повлекло за собой, естественно, увеличение заказов. Все боялись, что в этом году рынок будет перезатарен, но, как показывает пока практика, многих вещей еще не хватает на рынке, да. Клиенты наши находятся на каком-то даже голоде, можно сказать, товарном. И как бы несмотря ни на что, покупательная способность населения вроде бы даже не падает. Вот. Хотя, конечно, ценники в этом году растут. Люди хотят более дешевый товар, при том хотят его в том же качестве. Но стараемся... растут цены не из-за вашей жадности. Да, да, растут цены не из-за жадности дистрибьюторов, это все верно, потому что всем известна история с отгрузками из Китая, когда невероятно подорожал фракт просто в 5 раз. 5 раз, да, подчеркиваю, да, если контейнер вывести запчастями стоил там 2000 евро условно, сейчас это 10-12 тысяч. И это, с этим было поделать ничего невозможно. То есть логистика, плюс сам Китай подорожал. Да, сам Китай. Ну, здесь, видимо, тенденция такая, что каждый год дорожает металл какой-то у них, там пластик, еще что-то. Китайцы дорожают, может быть, каждый год рабочая сила у них растет. Да, растет. От этого никому никуда не деться. Это не только велобизнес, это вообще глобально. Планы, перспективы на этот год? Если нам финансы позволят, мы, естественно, увеличим и ассортиментную линейку, и глубину этой линейки. Вот. А так, пока поставки идут, поставки хоть немного и задержатся, но будут. Поэтому наши клиенты к сезону будут довольны, я думаю, обеспечены максимально полным. И как бы конечный покупатель тоже будет не в обиде. Как вас найти в интернете? Ну, для розничных покупателей это прежде всего arvismarket.ru, наш интернет-магазин. Вот. Там же находится контакт оптового отдела. Если кто-то интересуется оптовыми закупками, пожалуйста, переходите на соответствующую вкладку на сайте, кликаем, заполняем форму, отправляем, и мы с вами свяжемся. Целуем, обнимаем, принимаем свою маленькую, но дружную семью и снабжаем железками со всего Китая. Слушай, огромное вам спасибо. Вам спасибо. Всех благ, удачи. Ну вот, собственно, мы и обошли всю выставку. Как вы видите, она не особо большая. Очень много представлено самокатов. Из велосипедов было всего два стенда, мы на них побывали. Также представлено очень много электротехники. Это и электровелосипеды, и электросамокаты. Вот с одними из представителей мы пообщались. В общем-то, выставка, я не могу сказать, что она умирает, но с каждым годом реально все меньше и меньше народа. Что будет дальше, что нас ожидает, бог узнает. Все, в общем-то, у кого мы брали интервью, говорили о том, что проблемы с запчастями, растут цены, но, тем не менее, все с перспективой смотрят на этот год. Ну что ж, на этом мы прощаемся с вами. Надеюсь, видео было для вас интересным и полезным. Всех благ, всего доброго.